Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня гость нашей студии – директор спортивно-оздоровительного комплекса «Зеленая планета» Константин Анатольевич Страшков. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Анатольевич. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Год прошел. Год прошел. Год прошел незаметно. Да, незаметно. Расскажите, пожалуйста, как живет сегодня «Зеленая планета», что интересного в прошлом и о чем вы думаете и мечтаете в настоящем году? То могу сказать, что, казалось бы, мы недавно с вами встречались, но за полтора года у нас была возможность оценить и понять потребности людей, которые к нам приходят. Да-да. И в соответствии с этим сделать определенные коррективы тех предложений, которые мы сейчас им выкладываем. В частности, мы убрали кабинет косметолога. Мы убрали кабинет косметолога, и сейчас на этих площадях принимают специалисты из других городов. Конкретно это психологи из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, это вертебролог из Нижнего Тагила и врач-фитолог тоже из Нижнего Тагила. А почему убрали косметолога? Ну, знаете, тут есть несколько причин. Самая основная в том, что, согласитесь, что у косметолога очень ограниченный набор средств и вообще, в принципе, сфера влияния на человеческую личность очень ограниченная. То есть проблемы с кожей, человек приходит, получает там какую-то мазь, либо какую-то процедуру, уходит. Но на самом деле причина глубже. Часто бывает, что у человека там проблемы с кожей, потому что у него стресс на работе, либо непонимание личной жизни, либо неправильная осанка, неправильные привычки, либо что-то еще, что не позволяет его организму полноценно функционировать. Вот и задача наших новых специалистов – помочь людям на более глубоком уровне понять их проблемы, осознать их, проработать и освободиться от них. Что нового появилось вот за минувший год? У нас есть договор с ребятами, производителями мыла ручной работы. Исключительный продукт, я вам рекомендую. То есть полностью натуральное мыло, которое меняет кожу буквально после двух раз. После двух раз, как вы помоетесь, и кожа, и волосы становятся абсолютно другими. То есть... Облезлыми. Нет, на самом деле, наоборот, были облезлые, стали хорошие. Я шучу. Да, я понял. Понятно. И где это продается мыло? Ну, у нас продается. Можно, прямо в «Зеленой планете»? Да, можете прийти, приобрести, да. Значит, мы сейчас также поставляем товары с Алтайского края. Это разнообразные бальзамы, настои, которые вот, позволяют человеку тоже укреплять иммунитет и повышать свое энергетическое начало, не прибегая к каким-то медицинским препаратам. То есть вот именно мы сейчас начали оправдывать свое название как оздоровительный центр. Больше в эту сторону начали работать. Алтайский край – это лечебница России? Да, то есть вы бывали там? Нет, нет, к сожалению, там, не бывал. Я бывал, вот горю желанием. Да, два года назад я там был, там абсолютно чистый край, то есть там нету ни одного завода. И мы делали хороший такой туристический маршрут. Мы проходили в день по 25 километров по горным тропкам. Это такая хорошая нагрузочка с рюкзачком. Да-да-да. Вот. Но что запомнилось, то что идешь по лесу, и там вот цветы, которые видел в Красной книге, вот они под ногами. И можно прям фляжку наполнить водой из ручья попить. И ничего с тобой не будет. То есть абсолютно чистая, такая вот именно какая-то божественная атмосфера, такая тонкая. Хорошая экология. Да, очень хорошая экология. Вот оттуда мы возим сейчас настой, и мы их предлагаем нашим постоянно, ну не постоянно, вообще людям, которые к нам приходят. Константин Анатольевич, да? А по цене они как соответствуют тем, что у нас продаются в аптеках? Так? Да, примерно так и есть. Примерно, то есть даже может у нас чуть-чуть подешевле, потому что мы напрямую прямо с Алтая, у нас поставки без посредников, поэтому какие-то позиции у нас даже более дешевые, чем вот в аптеках у нас. То есть без накруток? Да, без вот этих промежуточных накруток. А теперь скажите, пожалуйста, у вас постоянный контингент ваших посетителей? Или же он все-таки как-то меняется постоянно? Могу сказать, что за полтора года наша клиентская база насчитывает 751 человека. Вот как. То есть для Салды это очень-очень хороший показатель. Потому что вот я, когда занимался маркетинговыми исследованиями наших конкурентов, у наших конкурентов в среднем 350-400 человек. То есть мы так немножечко их обошли. Получается, что примерно половина из этих людей ходит с достаточной регулярностью, половина от случая к случаю. Хорошо. А как вы проводили маркетинг
с Екатеринбургом, Тагилом. Там, может быть, таких зеленых планет 10, там 12 или 15. Ну, знаете, я не хочу хвастаться, но могу, я понимаю. Я могу сказать, что вот в прошлые выходные к нам приезжал президент Всероссийской ассоциации йоги Айенгара Егор Николаевич Ротов. То есть это фигура всероссийского масштаба. Вот он посмотрел наши предприятия и сказал, что такого даже в Питере нет. Не говоря уже про Екатеринбург, не говоря уже там. Ну, в Москве, может быть, что-то подобное есть по уровню именно обустройства, по уровню комфорта, по уровню всего остального. Вы слышали, салдинцы, что у нас творится? Да. Йога – это постижимая философия? Или же она как-то вот меняется? Есть ли в ней еще неразгаданные тайны? Я думаю, что йога сама по себе – это живая наука, и она будет развиваться, как любая другая наука. Допустим, мы же не можем сказать, что есть там предел химии, предел физики, да, там, или каких-то других тонких. Йога как наука будет развиваться, и развивается очень сильно за последние 10 лет. Она очень сильно преобразилась. И в этом благодаря, большая заслуга тому, что многие специалисты делятся. То есть, чем хороша йога Айенгара? Тем, что вы приедете в Нью-Йорк, либо в Верхнюю Салду, либо там в Москву. Этот метод, он будет стандартен. Но при этом вам с вами поделиться какими-то наработками, навыками или чем-то еще, что будет вам позволять развиваться еще больше. То есть, у каждого, значит, специалиста есть какие-то еще и особенные методы? Да. То есть, это же все рождается из личной практики. То есть, когда занимаешься сам, находишь какие-то моменты, что вот в этом положении там можно освободить поясницу от проблем. А это положение в сочетании с этим, допустим, освобождает голову от напряжения. Это все как бы... Потом можно найти какие-то аналогии у какого-то другого автора, там, допустим. Ну, как бы это все личная практика, все, что проходишь сам. Я немного не понимаю занятия йогой и философией. Ну, йога вообще изначально это философская система. То есть это одна из 6 индийских философских школ. Да-да. Вот, и практика поз – это один из 8 аспектов йоги. Вот, и это неотъемлемая ее часть. То есть именно для того, чтобы успокоить ум, мы занимаемся асанами, то есть позами. Потому что когда тело не развито, когда оно как-то несимметрично раскрыто, когда есть перекосы, какие-то проблемы, очень сложно сконцентрироваться на глубоких слоях своего сознания. А именно успокоив ум, сделав гармоничное тело, мы можем соединиться со своей душой. Константин Анатольевич, вы были в Индии? Да. Там что, по 100, по 120 лет живут люди, они же занимаются йогой в основном. Вообще, знаете, на самом деле йога, хотя и пришла из Индии, она сейчас не является индийской культурой, как не является, допустим, химия русской, да, там, допустим, или физика английских, Ньютон жил, да, правильно? То есть вот мой преподаватель Егор Ротов, он говорит, что сейчас страна йоги, вы не поверите, это США. Вот он приезжает в Сан-Франциско и видит, тут студии йоги, тут кругом студии йоги. То есть, а в Индии как бы бывает так, что там люди даже и не знают, живут на соседней улице и не знают, что тут школа йоги есть, допустим. Вот такая вот ситуация. Поэтому я думаю, что это мультинациональная такая культура, искусство, наука, если угодно. То есть получается, что имеем и не храним. В каком-то смысле. Знаете, я думаю, большая проблема, большая причина этого в том, что когда Англия захватила Индию, всех, кто был причастен к духовной жизни, их в принудительном порядке заставляли принимать христианство. Кто не соглашался, тех, понятно, какой процедуре подвергали. Да-да. Вот, и, соответственно, те, кто был поживее, те убегали в Непал, в горы, чтобы там в пещерах коротать свои там, 100-200 лет. А кто был нерасторопный, тех с теми расправлялись там. Ну, поэтому, естественно, несколько поколений индийцев, они жили только на то, чтобы заработать себе на хлеб, чтобы поесть 1-2 раза в день. Поэтому йога там была просто практически утрачена полностью. Я больше скажу, когда вот наш преподаватель, главный БКС Айенгар, в 30-е годы начал заниматься йогой в Индии, его считали сумасшедшим. Потому что тогда в Индии йог это был человек, который сидел на площади, попрошайничал, как бы там вот. И только после того, как великий скрипач Ягуди Минухин вывез его в Англию,
США и по странам Европы, уже потом йога вернулась в Индию обратно. Ее включили уже, получается, в школьные науки, там еще, по-моему, в армейские науки, там, что-то типа того. Ну, то есть такой круг произошел своеобразный. Значит, я ошибаюсь, что все индусы занимаются йогой и живут по 120, да, по 150 лет. Это заблуждение. Заблуждение. По крайней мере, даже вот если вот те индусы, которые у нас тут работают в ресторане Хаджурао, так, когда их зовут позаниматься, говорят: «О, no, it's too hard, это слишком тяжело, мы как бы этого не делаем». Вот как. Да. Занятие йогой все-таки поддерживает жизненный тонус, способствует укреплению здоровья человека. Знаете, я думаю, что это, в принципе, истина, по-моему, интегральная система, если можно так вот таким сложным языком сказать, да? То есть это система, которая позволяет всесторонне человека менять, если он сам этого хочет. То есть там есть философские основы какие-то, да, прибегая к которым человек меняет свое отношение с миром. Есть основы, связанные с практикой пост, дыхательной, практика концентрации, медитация, в общем, целый комплекс, который позволяет человеку преобразиться постепенно и приблизиться к своей душе. Это ж какую надо волю иметь, чтобы заниматься регулярно и вот это, выполнять все упражнения? Мне сложно судить. Я занимаюсь каждый день. У меня уходит где-то часа три часа на личную практику. Плюс еще в среднем я веду по 2 урока в день. То есть итого я занимаюсь йогой 6-7 часов в совокупности. Вы забыли про то, что есть насморк, есть грипп, есть другие какие-то осложнения? Нет, на самом деле я забыл, что у меня были достаточно серьезные заболевания. Гипертония, экстрасистолия, была на почве нервных стрессов такая нехилая экзема. Это все ушло. А насморк почему-то вот бывает периодически, мучает. Врать не буду. Нет, я все понимаю. А думаешь, здесь откровенно говорим, зачем? Да. Вот что. Значит, то есть йога помогает к излечиванию каких-то болезней определенных. Ну, в случае, если определенный подход систематический и осознанное отношение. Потому что, вот я могу сказать честно, примерно половина людей, которые ко мне приходили, они приходили как на фитнес. Просто потому, что это модно, потому что это там где-то кто-то занимается в Москве, без какого-то глубокого стремления поменять себя. И, естественно, когда они понимали, что здесь нужно пахать до пота, до конкретного, ну, они не выдерживали, уходили. Еще это ведь связано с умственной, с мыслительной деятельностью. Да, то есть тут надо мозги включать тоже однозначно. Да, да, да. В век стрессов и вот экстремальных ситуаций занятия йогой должны быть вот примерно таким же занятием, как утренняя гимнастика, я так считаю. Или я ошибаюсь? Понимаете, в чем дело? Я могу согласиться, могу не согласиться, Владимир Алексеевич. Почему? Потому что нельзя йогу приравнивать вот именно вот к каким-то вот таким просто упражнениям. Да, да, да. Потому что она глубже. И, в принципе, цель разная. Вот, когда вы просто разминаете тело, вы разминаете там, не знаю, мышцы, связки, там, суставы. Когда вы практикуете позу, вы должны мыслями понять, что у вас происходит, в каком участке тела, и свое сознание распространить сверху вниз и снизу вверх, чтобы понять, что не так, где неровная мышца, где что надо приподнять, что отпустить. Только в этом случае выравнивается ум, в противном случае нет. Это как бы мыслями думает тот, кто занимается йогой, значит, что на какую область человеческого тела, его личного тела действует. Да. То есть видит как бы изнутри свой организм. Да, да. То есть если... можно я покажу немножко? Да? Пожалуйста, вы вытягиваете руки. Вот, вытягиваете руки. И понимаете, что, допустим, левый локоть меньше вытянут, чем правый. Фаланги пальцев примерно в одном положении, но, допустим, какие-то суставы вытянуты не до конца. Угу. Вот. И это нормально. У всех людей по-разному работают конечности. Но именно выравнивая на тонком уровне, вы можете добиться ровности ума. При этом можно не смотреть на руки, просто чувствовать. А на более глубоких уровнях люди чувствуют свои внутренние органы, допустим, там, как движется кожа. Йога развивает память? Йога развивает память, да. И причем я заметил то, что начали всплывать вещи из глубокого детства, о которых я уже не помнил давным-давно. Интересно. Да, я начал помнить себя в 2-3 года. Это потрясающе просто.
скажите, пожалуйста, в какое время лучше заниматься йогой, в каком возрасте? Вот это вот меня интересует. Классические тексты говорят о том, что йогой могут заниматься и младенцы, и старики, и немощные, и сильные телом. На самом деле это не важно. Важно то, чтобы человек понимал, для чего ему это нужно. То есть если есть цель, человек не стремится. К большому сожалению, большинство современных людей целью не обладают. Согласитесь с этим. Для здоровья? Для здоровья. Хорошо. Для здоровья? Для здоровья – это прекрасно. Здоровье бывает ментальное, физическое, психологическое, духовное, душевное. Какое именно здоровье? Все вместе хочу. Тогда готовьтесь 2 часа в день по утрам заниматься практикой пост, дыханием и немножко медитацией. Понятно. А можно ли вот по книгам или, скажем, в интернете, можно научиться чему-то? Самостоятельно? Видите, в чем дело? Если вы хотя бы раз в 2 недели посещаете сертифицированного преподавателя, это возможно сделать. Mm-hmm. Если вы с самого нуля начинаете заниматься йогой, это может привести к таким неприятным последствиям. Особенно, что касается перевернутых поз. Поз на голове, стойка на голове, стойка на плечах. Вот это все оно как бы может навредить, если вы не знаете, как это делать правильно. То есть нельзя делать то, что запрещено, что не нужно делать. То, что опасно, да. И опасно, да. А какую пищу принимать? Сколько надо спать в сутки? Вот опять-таки, ссылаясь на тексты классические, там написано, что йог не должен спать много, не должен спать мало, не должен есть много, не должен есть мало. То есть во всем должна быть такая здоровая умеренность. То есть, как я поступаю, я сплю в среднем 8 часов в день, не больше. В ночь или еще и днем прихватываете? Зависит от того, насколько интенсивная жизнь. То есть бывает, что после обеда там бывает полчасика перерыв, да, там почему нет? Тем более, что как раз в это время хорошо усваивается пища. Ну, я знаю, что у вас график очень плотный. Сейчас вот пойдете на занятия уже. Да, сейчас пойду. На самом деле могу сказать то, что график диктует условия жизни. Это так. Но это, знаете, такая счастливая загруженность. Приятная. Потому что вот для меня нету большей награды, как человек приходит на занятия с головной болью, а потом говорит, о, у меня ничего не болит. Вот это да. С вами здоровается на улицах Салды? Знакомые здороваются. Слава Богу, пока. К тем, кто у вас учился. Пока, да, вроде бы не вызвало еще таких эмоций. Никакого личного молодого человека. Спасибо. Ваш личный мироощущение того вот, или вернее, после того, как вы стали заниматься йогой. Насколько поменялось все? Да. Очень сильно, очень, очень. Надо понимать, что я занялся просто из интереса, И постепенно, это переросло в устойчивое хобби, а сейчас в профессию. То есть вы сначала не задумывались над тем, что вы будете там зарабатывать деньги так далее, улучшить свое материальное положение. Да. То есть занимались для души. Да, то есть и на самом деле я могу сказать, что вот в то время, это было там лет 9 уже назад, не было преподавателей в Салде. То есть я начинал заниматься по книгам, по видеокассетам. Потом спустя 3 года я ездил в Тагил 2-3 раза в неделю, чтобы учиться у преподавателя в Тагиле. Там была комната 20 квадратных метров, там влезало по 14 человек. Вот. И постепенно вот я сейчас добрался. То есть сначала занимаетесь дома, потом у преподавателя, потом получаете сертификат, потом открываете свой йога-центр. Вот все, в принципе, 10 лет жизни. А где сертификат можно получить? И как его получают? Это на самом деле достаточно просто. В каком отношении? Если у вас отношение к жизни такое простое, адекватное, то есть вам нужно 5 лет прозаниматься личной практикой, потом подать заявку на учительские курсы, 3 года отучиться на учительские курсы, после этого сдать экзамен, экзамены принимают москвичи, и после этого спустя 7-8 лет вам дадут сертификат всего лишь. Очень просто. Я хотел, думаю, вот пойду завтра получу сертификат и приду к вам рядом с вами. Конкурентом вам буду. Лет через 7-8, милости просим. Хорошо. Вот есть от этого радость в жизни и как бы долой ханда? Я могу сказать честно, радость, она тут 2 типов. Первая радость, это когда просыпаешься утром, понимаешь, что ничего не болит. Хотя это
Я могу сказать, что в свои 35 неполные я себя лучше чувствую, чем в 25, когда там 10 лет назад. Потому что ну, жизнь инженера на ЛСМПО, она, понимаете, сочетается иногда с корпоративами. Сейчас этого давно нет. И я рад только этому. Радость от того, что хорошо позанимался, и тело поет, оно наполнено энергией. И вторая радость – это от того, что действительно люди, которые ходят постоянно, они оздоравливаются постепенно. У меня есть ученица, которая 60 лет, она пришла ко мне с проблемой, у нее весной и осенью немели пальцы рук и пальцы ног, то есть они буквально фиолетовые были. Вот как. И она каждый год ложилась под капельницы. И тут она приходит, говорит, Константин Анатольевич, так я же вижу пальцы, они розовые и не болят. И он видит, знаешь, вы все правильно сделали. Вот это, вот в чем радость. Да. И йога, алкоголь несовместимы? Могу или в определенной сказать, степени можно? Я не знаю преподавателей йоги, которые бы пили, я так скажу. То есть ни я, ни мои соратники не употребляют алкоголь, не курят. Просто потому, что, во-первых, тело начинает само выделять гормон радости, эндорфин. Mm-hmm. Знаете, да, об этом? Поэтому не нужно прибегать к посторонним каким-то химическим дополнителям в жизни, да? Во-вторых, когда вы чувствуете ваши легкие, когда вы работаете каждый день, чтобы их раскрыть и наполнить, ну, не очень хочется как бы там их забивать какой-то гадостью. Просто это все нужно по-новому переделать. А как же Новый год без шампанского? Сок. Ваши советы и пожелания салдинцам. Расскажите, да. Когда можно прийти и записаться в вашу секцию? Что для этого требуется? Ну, мы для этого ведем разговор. Да, хорошо. Значит, смотрите, на самом деле нужно понимать, что если вы хотите заниматься йогой, это нужно делать регулярно. И с этим сознанием нужно приходить. То есть, конечно, можно прийти попробовать, но могу сказать, что от месяца занятий будет эффект, он будет очень таким, как сказать, поверхностным. Угу. Потому что глубокий эффект появляется от глубокой практики. Вот. Значит, можно позвонить по номеру 50202, это наш телефон, записаться, если есть какие-то проблемы по здоровью, о них сказать обязательно, потому что есть ряд людей, которым нельзя заниматься вообще. Конкретно это люди с эпилепсией, люди, которые имеют ВИЧ-инфекцию, и люди с онкологией. Ну, могу сказать, что вот в Екатеринбурге с ВИЧ-инфицированными и с онкологией с людьми работают. Я пока еще по своему статусу, опыту не имею права с ними трудиться. Не имею права с ними заниматься. У вас в вашем сертификате и в вашей лицензии там есть определенные графа, чем можно заниматься, чем вам нельзя, там, вот, допустим, вы говорите. Нет такого? Этого такого нет. Но поскольку по стоку я в тесном контакте с своим преподавателем, советуйтесь с ним. Да, то есть вот, допустим, вот ко мне пришла женщина, у нее миома матки. Угу. Вот что с ней делать? Вроде бы это и не онкология, но как бы и все равно это уже образование доброкачественное. Да. Вот. Вот я позвонил в Екатеринбург, там у них таких девушек, ну, немного, но есть какое-то количество. Они по опыту работы уже подготовили ей программу. Она потихонечку занимается, вот она 3 месяца занимается, мы ее отправим на анализы, посмотрим. Потому что есть факты, когда эта вся штука рассасывалась. Ну, дай бог, чтобы это совершилось. Дай бог. Но я пока сразу говорю, что я за сложный случай не берусь. Это жизнь человека. Да. Хотя приходит, знаете, вот есть такое выражение, надо иметь мужество отказать. Там приходила девушка, у которой нет одной почки, и скоро вторую отнимут. Вот она ищет последнюю надежду. А я не могу ее взять, потому что ну, это риск. И я не смогу ей помочь, в принципе, по большому счету, с моим опытом 10-летним. Понятно. Может, лет через 20 когда-нибудь, я не знаю. Какую вы веру исповедуете? Кришну, православие? Ну, видите, в чем дело? Католик? Нет. Я могу сказать, что я много путешествовал, ну, какое-то время назад. Я был в буддийских, в индуистских, в кришнаитских, в католических, в православных, в мусульманских храмах. То есть практически все религии, которые есть на планете Земля, я эти все храмы посещал. Я понял одно. Религия – это река, которая ведет к Богу. Бог один. Да. А реки разные. Поэтому я могу сказать, что вы спросите меня, ты кришнаит? Я скажу, да. Христианин? Да. А мусульманин? Ну, в принципе, да. То есть без разницы, все равно Бог один. Что вы читаете? Что у вас сейчас на столе, на тумбочке? Сейчас у меня на тумбочке книга Айенгара, называется «Беседы о йоге». Это сборник интервью, который он давал в 80-е годы.
очень интересно, очень познавательно. Там ему уже там, порядка 65-70 лет. Там он делится практикой. Кстати, если можно о нем сказать что-то, то могу сказать, что ему, вот, как я говорил, 93 года. Он стоит на голове по часу, преподает у учителей. То есть, чтобы попасть к нему в Индию, надо 2 года ждать очереди, чтобы попасть к нему на месяц семинара. Очень большая запись, люди со всего мира к нему ездят. Вот. И когда его спрашивают, что вам дала йога, он говорит, ну знаете, я в детстве переболел туберкулезом, тифом. Вот и врачи как бы давали мне максимум 20 лет жизни. Вот я занялся йогой, сейчас мне 93, поэтому какой-то бонус в размере 70 лет я получил. Вы благородный молодой человек. Спасибо. Это я в этом не сомневаюсь. Кому бы вы сказали слова благодарности? Я очень сильно благодарен своей семье, отцу и брату, потому что если бы не было их помощи, то не было бы той помощи людям, которые я оказываю сейчас. Большое спасибо моей жене и тем людям, которые с нами работают, потому что они все поддерживают меня, они мои единомышленники, и если бы они, я бы один тоже бы ничего не сделал. Ну и спасибо всем, кто практикует упорно, развивает себя. И... 751. Ну, это общее число. Я в общее число практикуют, практикуют где-то 50-70, вот так. То есть, примерно 70 человек, которые практикуют периодически, регулярно, потому что их глаза, их прогресс, их практика тоже заставляют меня развиваться и учиться. Да. Душевно. Да, душевно. Спасибо всем большое. Константин Анатольевич, спасибо вам за беседу. Я уверен, что наши телезрители многое узнали от вас полезного и очень интересного. Спасибо и вам наверняка большое. К вам придут после нашей беседы. Дай Бог, дай Бог. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч.